Каталог мастер-классов. В описании под этим видео и в закрепленном комментарии вы найдете две ссылки, где проходят победительные мастер-классы. Или вы можете, выбрав модель, сразу же в комментариях мне написать «Хочу связать». Далее пишите название проекта, и я вам в комментариях отправляю ссылку на мастер-классы. Приглашаю вас связать блузку, тунику или платье. Название проекта «Крокус». Крокус вяжется крючком. По одному мастер-классу можно связать три вещи. Мастер-класс очень подробный, наглядный и состоит из 6 видеочастей. Вяжем крокус на любой размер. От 42 до 56 размера. Размеры я указала российские. Жду вас на мастер-классе. Будем вязать вместе. Следующая модель. Вяжем блузку жасмин на любой размер. По одному мастер-классу вы можете связать три вещи. Летний топ, блузку, либо тунику с рукавом 3/4 или длинным рукавом, кому как больше нравится. Видеомастер-класс очень наглядный и подробный. Блузку вяжем сверху вниз, по кругу, без швов. Также в мастер-классе я показываю, как вяжется по кругу каждый ряд узора. Всего здесь 3 вида узоров. И получается, что мастер-класс состоит из 10 частей. Очень наглядный, подробный, специально разработанный мной для начинающих вязальщиц, которые учатся вязать крючком. Если вам понравилась данная модель блузки, пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать жасмин». Следующий проект. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию кардигана, жакета, название проекта «Облака». Интересная модель. Вяжется сверху вниз, реглан, без единого шва. Можно связать на любой размер, который вы носите. Пряжа для вязания может быть любая. Это может быть однотонного, либо секционного окрашивания. Летний вариант и демисезонный. Данную модель кардигана можно носить круглый год. Мастер-класс «Облака» очень наглядный, подробный. Состоит из 7 частей. Формат видео. Если у вас есть желание связать жакет, кардиган, название проекта «Облака», пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать облака». И я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на мастер-класс. Будем с вами вязать блузку, кофточку, название проекта «Любимка». Эта модель нравится очень многим рукодельницам, и многие уже из вас ее связали. Мастер-класс состоит из 8 частей. Вязание сверху вниз. Здесь я показываю, как вяжется росток, подрезы. В общем, разбираем все элементы вязания. Мастер-класс видеоформат, наглядный, разработан мной для начинающих рукодельниц. Если вам понравилась данная модель блузки, в комментариях под этим видео напишите «Хочу связать любимку». Не менее очаровательная блузка, которая вяжется крючком, регланом сверху вниз. Название проекта «Белоснежка». Мастер-класс состоит из 6 частей, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Блузка «Белоснежка» вяжется не очень сложно. Можно связать на любой возраст и размер. Она не очень сильно просвечивает. Есть желание связать? Пишите в комментариях под этим видео «Хочу связать «Белоснежку». И я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Замечательная модель под названием «Незабудка». По одному мастер-классу можно связать жакет или кардиган. Мастер-класс очень подробный, наглядный, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Состоит из 9 частей. Формат видео. Жакет «Незабудка» можно связать на любой размер и на любой возраст. Может быть летний вариант и демисезонный. Все зависит от того, какую пряжу для вязания вы выберете. Модель жакета с сточным рукавом. Модель жакета классическая. Подойдет абсолютно всем.
Такая базовая модель должна быть в гардеробе у каждой девушки и женщины. Если у вас есть желание связать жакет незабудка, либо кардиган, пишите в комментариях под этим видео. Хочу связать незабудку. Приглашаю вас на мастер-класс. Название проекта «Васильковое поле». Вяжем летнюю кофточку, футболку. Кофточка вяжется крючком на любой размер и можно связать на любой возраст, так как она не просвечивает. Мастер-класс продуман до мелочей. Идеально подходит для начинающих рукодельниц, которые хотят научиться вязать плечевые вещи. Присмотритесь к этой модели. Мастер-класс видеоформат состоит из 6 частей. Данную модель кофточки свяжет любая начинающая. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео. Хочу связать васильковое поле. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию летней кофточки, туники, можно связать топ. Название проекта «Великолепный ананас». Данная модель связана крючком. Вяжется она снизу вверх. Круглая кокетка, можно связать абсолютно на любой возраст и размер. Мастер-класс настолько подробный, что справится даже начинающая вязальщица. Мастер-класс состоит из 11 видеочастей. Особенно и настоятельно рекомендую присмотреться к данной модели начинающим вязальщицам-рукодельницам, которые только-только учатся вязать крючком. По одному мастер-классу можно связать 3 изделия. Топ, тунику, кофточку. Название проекта «Великолепный ананас». Также в мастер-классе я показываю, как выровнять низ изделия. Есть желание связать данную модель? Пишите «Хочу связать великолепный ананас». И я вам дам ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на видео-мастер-класс по вязанию универсальной модели, которая подойдет всем. Можно связать на любой возраст, на любой размер. Название проекта «Айсберг». Вяжем джемпер, пончо, крючком. Вяжется здесь модель интересным способом. А как вязать, я вам все подробно показываю в 3 частях видео мастер-класса. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео. Хочу связать айсберг, и я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Далее будут проекты, связанные спицами. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию джемпера без рукавки. Название проекта «Листья Брунелла». Мастер-класс состоит из 6 видеочастей, где я наглядно показываю, рассказываю, как вяжется джемпер по кругу и без швов. Очень уникальная техника вязания. Мне кажется, вам она настолько понравится, что вы будете продолжать вязать таким способом все вещи. Есть желание связать? В комментариях напишите «Хочу связать листья Брунелла». Приглашаю вас связать джемпер спицами. Название проекта «Карамелька». Можно связать на любой возраст, также на любой размер. Мастер-класс очень подробный, наглядный, состоит из 4 частей. Формат мастер-класса – видео, видеофайлы. В этом мастер-классе я вам покажу интересную технику вязания. Можно связать данную модель джемпера по кругу, прямыми обратными рядами. Мы вяжем с вами без швов. Есть желание присоединиться к вязанию? Пишите. Хочу связать карамельку. И я вам дам ссылку на мастер-класс. Благодарю, что досмотрели весь каталог мастер-классов до конца. Все мастер-классы видеоформат, попетельные, наглядные, для начинающих. Есть желание связать? Находите ссылки в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Если не найдете ссылки, пишите в комментариях под видео «Хочу связать» и далее пишите название проекта, который вам больше всего понравился. Это не все мастер-классы, которые у меня есть. Каталог будет постоянно наполняться и пополняться новыми моделями. Также я разрабатываю сейчас новую коллекцию по вязанию крючком и спицами. И будем с вами продолжать творить красоту, создавать уникальные вещи своими руками.